Приветствую всех, с вами Маркелло Борис. Не так давно, буквально несколько часов назад, вот смотрите, сегодня 27 ноября, 22:34 по Москве, появился вот такой вот кран, платит он, вот вы видите какую сумму, то есть сейчас мы посмотрим, вот от 0,001 ЕТХ можно здесь вывести на этом кране. Уже за несколько часов собрано, вот буквально там за полтора часа, 33 900 ЕТХ. Он похож на Этораж, был такой. Как здесь работать? Достаточно просто. Вы при регистрации, которую найдете под этим видео, указываете свой адрес кошелька и начинаете работать. Есть на английском, есть на русском языке. Пока можете работать бесплатно. Пул 100 эфиров заложено на бесплатное. Ну, также можете купить себе более доходные краны, но рассчитывайте сами, сколько вам здесь нужно по времени. То есть, соответственно, более дорогой кран заходить нужно чуть помедленнее, можно сказать. Зато, если вы на бесплатном кране, вы можете получать каждые 5 минут. Каждые 5 минут вам начисляется вот такая вот сумма в эфирах. Как работать, я уже объяснил. Вводите при регистрации свой кошелек. Ждете энное количество времени, тут 5 минут, около 5 минут, потом нажимаете копчу, вводите светофоры, ну, как и везде, как и в любых кранах, и нажимаете отправить. Все, это у вас на счету зачислено, когда одна у нас тысячная будет ЕТХ, вы можете вывести себе на кошелек. Вот нажимаете все и нажимаете вывести. Сейчас пока это рано мне делать, но вы можете попробовать. Запустилось буквально, я говорю, по несколько часов назад. Даже мы можем на транзакции зайти и посмотреть, когда здесь эта вся движуха пошла. То есть вот. Вы можете видеть, что люди деньги выводят. Давайте нажмем еще адреса. Вот вы видите, что люди деньги пока выводят. Вы можете быстро заскочить сюда и на бесплатной основе это все устроить себе. Кому интересно, ссылка на регистрацию под видео. Я пока в кране. Когда это закончится, никто не знает. Ну, Этораж проработал буквально там неделю. Это запустилось несколько часов назад. Можете участвовать. Всем привет.